как после действия наших котиков восстановить нашу мебель. Не секрет, что коты очень часто царапают двери, особенно если вы их закрываете. Есть неплохое средство, и я вам сейчас расскажу и покажу, как после ногтей или после микросколов восстановить двери, которые сделаны из массива. Возможно, можно восстановить и из других материалов. Ну, у меня дома из массива, я потренировался, и у меня получилось. Для этого нам нужно, в принципе, аэрозольная краска. Возможно, она может быть любая. Я купил краску для окраски курточек или кожаных изделий. Так как двери у меня все-таки ближе к красному дереву, я купил коричневую краску. Давайте с вами посмотрим, что это за сколы и что из этого получится. Итак, покажу вам несколько сколов и как я их сейчас заштрихую. Вот у меня самый большой скол. Это, конечно, не от когтей, но таких сколов после 5-7-10 лет эксплуатации они часто бывают. И вот еще два скола, похожи на когтики. То есть у нас было несколько котиков, и они, конечно, тут по дверям бездельничают. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, сейчас немножечко настроим. Нам нужен, конечно, тампон для снятия макияжа и наша краска коричневая, так как у нас дверь ближе к коричневой. Что делаем? Берем осторожно, заполняем очень осторожно красочкой эти сколы и потом быстро затираем. Давайте попробуем. Так, все, смотрим. Сколы исчезли.